Nani Nexon. Короче, это онлайн WWE 2K14, короче, как вы поняли. Fatal 4-way матч, Extreme Rules, Золотой дождь Рэнди Ортона, которым играет Илья Коффман. Как обычно, берет читеров, потому что он не умеет играть. Вот. И арена ОВЕ, я не знаю, кто ее создавал, вот эту именно конкретно. Может быть, Макс Юсев, может быть, Илья Коффман, может быть, Санта-Клаус, может быть, Дед Мороз, может быть... Короче, вот, арена. Учитывая, что там буква О желтая, это, наверное, не Макс Юсев создавал, потому что он говорил, что у него белая, а хотя вот смотрите на ринг, по-моему, это Илья Коффман, потому что создал надпись вроде как Макс Юсев, ее позабирали, я не нашел вроде как. Ну ладно, Симпанк у нас вышел, Симпанком играет Александр Панфилов. Помните, да, такого из Юниверса, может кто? Перса его. Ну ладно. И третьим выходит Кейн, The Big Red Monster Кейн. Кане, как говорил какой-то чувак в древней группе. Ну ладно. И последний выходит у нас Ро, которым играет... кто у нас роком? Никита Колобов. Вот так. Кстати, вот прикольно, красочка белая с некрасной. Я оценил. А вот такой вот рок. Что у него? Руки-пропеллеры какие-то. Ну, в общем, Fatal 4-way и Extreme Rules. Я еще такую штучку поставил, типа Elimination. Кого удержат сначала, то матч еще не закончился, а просто кого удержали, тот сваливает с нашей арены. О, слушайте, а мне нравится. Так, где я? Я Кейн. И чё, и все меня будут сейчас лупасить? Идите в задницу, говняки. Чё мутят-то? О, сверсировал, зависло. Отлично. Продолжаем Мочилова, несмотря на зависание. Ага, надеюсь, больше такого не повторится. Так, чё-то не гамали давненько мы в онлайне, да? Ну... Я понимал, что давно ничего не записывал, в том числе Юниверс, ну, Юниверс-то ладно, вообще, кроме всего этого другого, и чувствовал вину такую, типа, надо что-нибудь записать. И тут Илья, который постоянно напрягает меня своими просьбами, Гова, что-нибудь поиграем. В общем, как сказать-то... пропихнул процесс дальше, и я такой, ну окей, поиграем тогда. Ну, в общем, он мне сказал, го погамаем, я такой, го погамаем. Вот, Тупуров. И в общем, вот мы гамаем. Ну, я реально думал, что что-то ничего не записывал сейчас, вроде как, типа празднички, да. А я все вот гамаю в что-нибудь другое, но это, ну, не в рестлинг, в общем, так скажу. Вот, поэтому чувствовал вину какую-то, и надо записать. Реально, когда надо, а не когда должен. То есть, обычно, когда пишут, где видосы, когда они были там 2 дня назад или 3. Вот. А там я не обязан. Да я вообще никому не обязан. Вот. А когда вот реально сам почувствовал, тогда можно сказать, что был обязан. Ну, в общем, суть не в этом. Суть в том, что мы начинаем КВН, хотел я сказать, но мы начинаем Мочилова, который, точнее, уже давно идет. Что-то там куда-то Панк у нас убегал. Панком кто играет? Панком Александр Панфил. Я не знаю, куда он убегал. Что он там хотел сделать? Ну, явно ничего хорошего. Тупой рефери опять мне помешал. Дропкик от Ортона. Ага. Реверс от Панка. Ну, я не стал ставить 6 человек, да и 6 не было в онлайне, и вообще я не предупреждал о том, что будем играть. Потому что было бы человек 20, и, ну хотя 20, наверное, нет, но человек 10 было бы, и типа, о, я буду, о, а что ты меня не пригласил, алло, а что меня не пригласил, вот. Но я не создаю на 6 человек, потому что, на 6, потому что лагает потом. О, красава, Панк. Вот. Ну, видим, что и на 4 тоже не очень... идеально все, но больше идет игра, чем лаги. Это хорошо. Но если бы вообще их не было, было бы еще восхитительней. Так.
Чё-то мутит Ортон. Суплекс. Уберите стол, уберите стол, уберите стол, уберите стол. Не сломается. Сломался. Окей. Лады, лады. Ты сломал мною стол, я сломаю тебе жизнь. Скажу я Рэнди Ортону, но нет, ничего не получается. Так, самое главное, мне сейчас можно не париться насчет там чужих удержаний. То есть, если кто-то кому-то там без моего ведома будет делать пин, я не расстроюсь. Минус один человек, легче играть дальше. Главное, чтобы нас не удержали, потому что будет беда. Блин, да что же я не срежиссировал? Что у него... А, я думал, ОМГ-момент, ни хрена себе. Это DDT. О, у меня есть камбэк. Камбэк! Это в стиле... как его, Джеффа Джаретта. Оркио! Ни хрена себе. Еще так мне наступил на лицо потом Ортон. Проводит свой камбэк. Симпанк, но я не могу встать, и я, походу, просрал свой. Камбэк! Да блин, get up, please. Ну все, меня поднял панк. А что мне с этого? Ничего. Пойду-ка я вниз, возьму какой-нибудь предмет. Люблю предметы, и они любят меня. У меня по привычке стик отклоняется вверх-вправо, там, где стол. Поэтому сори, что я всегда достаю столы. Так получается. Но мы сейчас что-нибудь еще достанем, например. Эй, one more time. Да блин, еще разок. Сейчас этот лох на меня прыгнет. Не-не-не. Ну я так. Не обращайте внимания, я никого не оскорбляю, просто так вылетает. Из уст. Ага, рок там занят. Ладно, я побью панка. Эй, ты, вставай. Че разлегся-то? У нас тут вообще-то бой идет. Russian Leg Sweep. О, сейчас будет рок ботом. Подожди, братан, я поставлю стол. Не успел. Не успел я поставить стол. Ок, ладно, бывает. Я, почему я на рок это направлен? Был. Черт, суплекс. И панк чуть мною стол не сломал. Сама дроп от Рокки. Что-то хотел сказать. А, ну, насчет того, что я написал в группе сегодня. Типа еще... О, ну-ка сломаем, в другую сторону. Насчет идейки чего-нибудь изменить в группе. Ну, может быть, не в самой группе, но и в ней, в частности, я спрашивал. В плане видео. Насчет частоты выпуска я просил не писать. Может быть, у кого-то были какие-то идеи. Что-то снимать, что-то еще иное делать. До стола не долетели, ок. Вот. Ну, в общем, писали такие интересные мнения свои. Кто-то говорит, что ничего не надо менять в группе, ну, возможно, это и так. Кто-то написал, что побольше конкурсов, как раньше, кстати говоря. Я, в общем, поддерживаю эту идею. Но просто сейчас конкурсы так проводить, я помню, прям во всех пабликах было, прям модно. А потом что-то все поутихли. Ну, пусть пинет, пусть. Вот. Я как бы за эту идею вполне... Вот, но мне сейчас кажется, сейчас такое время, что... Ух ты, нифига себе. Что сейчас народ такой, типа, раз есть конкурс, значит должен быть приз какой-то у этого конкурса. А устраивать опять призом заказ боя, я не уверен, что это хорошая идея. Не, ну как бы, может быть, для кого-то хорошая, но для некоторых победителей, допустим, это как... грубо говоря, ничего не значит. Ну, вообще, по сути, что там стоят эти конкурсы, там, угадай рестлера, да, которых все уже наизусть почти выучили, эти PSD-шки рестлеров, фигурки. Вот, как бы особо призом, ну, не знаю. В общем, можно, конечно, проводить опять это все дело, но я бы, на самом деле, поискал какого-нибудь человека, который бы занялся этими конкурсами. Ну и, в принципе, бои на заказ, да, была тема по 13 по 14 я не создавал, потому что времени что-то меньше, чем старше, тем меньше времени на запись. И еще на заказ тоже вот времени не было. О, видимо, Року тоже реф надоел. Вот. Ну, на тему я имею в виду. А на победителей конкурса, конечно, можно делать. Я, кстати, вроде как еще и не всем записал то, что в тот раз должен был. Так что, возможно, я и... немножечко кого-то подвел, но старался записать, по-моему, все. Так, это у нас сабмишн. Нужно шпилить кнопочки, но я думаю, Ортон вырвется. А Рок такой запаниковал, он-то, видимо, не знает, что у нас тут
стоит одна фиговина, типа Elimination. Так, что-то, по-моему, начало подлагивать чуть-чуть. Лол, у нас там вражда у соседей, походу, идет, потому что там кто-то слушает говномузло. Надеюсь, они меня не слышат. А кто-то... Кому-то это не понравилось. Опять РКО мне. Да что же за хрень? Кому-то не понравилось, и народ начал стучать по батарее. Ну, я надеюсь, это не от того, что я тут сижу, ору, комментирую. Ну, думаю, из-за музла. И, короче, одни постучали по батарее, а другие в ответочку, видимо, кто слушает, тоже постучали. Типа, да-да-да, иди нахер. Вот. Что еще? Какие были идеи там в том посте? Написали, что, возможно, что-то обсуждать, допустим, да, на, там, на вебку или еще как-то. Типа, весь спорт России, в частности, там кто-то написал. Но это же надо смотреть, следить и понимать, что о чем говорить. Я, конечно, могу там начитаться, поговорить, но есть разве в этом смысл? Нету, мне кажется. И еще... Сама суть, я как бы думал связать с рестлингом, да, явно что-то. Если комментировать на, ну, точнее, рассуждать что-то, обсуждать, делиться мнением о чем-то рестлинговым на вебку, тоже как бы интересно. Так, нас свернули, это мне не очень... Лол, говно какое-то. Ну, почему? Думал, ты победил, а вот хер тебе. Нахрена ты меня выгнал? Кто это был? Это был Рэнди Ортон, которым играет Коффман. Иди ты в задницу, короче. Вот. Сбил меня еще в смысле, говнюк. Чтоб ты проиграл в этом году. В этом матче. Давай, Рокки. Гаси его. Да блин, там задержка была, поэтому я не смог вырваться. Отлично. У нас тут рок-ботом прямо на CM Punk, там внизу горит стол. Раз, два. Да ну ладно, ну как так? По-любому сам отпустил. А вот этот... Подлец меня не стал отпускать. Короче, написали мнение, да, вот насчет, ну, снимать на вебку. Я думал с рестлингом это сделать, но еще давно, кстати. Но сначала не было возможности, по-моему, снимать на вебку, потому что ком был слаб, я не знал, какими прогами. И еще я как бы в основном все эти мнения, все рассуждения делал в видео. То есть я играл и рассуждал. Но просто не все это оценивали. Просто большинство мотали и не улавливали саму суть видео. И многие даже и не понимали этого, что как бы я в основном видео говорю, но я могу начать заводить какие-то темы вообще в рандомном месте. Могу в начале, могу в конце вспомнить, могу в середине. Вот, а могу вообще ни о чем не говорить. Как бы так вот. Ну, кто смотрит все видео, те красавцы. Просто я стараюсь, как бы сам же, вот если мне скучно, мои комменты, я же слушаю себя, я и что-нибудь пытаюсь другое, на другое перейти. Ну, факт в том, что не всем интересно другое, я хер знает, на чем меня понесет. Ну так вот, мнение о рестлинге я обычно записывал в видео, что сильно ли изменится от того, что я буду конкретное видео делать, видеоблог, так скажем, да? Не в видео, в игровом, а на вебку, там чисто вебка, я и типа рассказываю о чем-нибудь. Изменится ли особо что-то от этого? Ну, как бы создается новая рубрика, да, грубо говоря, но и не видео игровое. Но зато другим, кому, может быть, надоел рестлинг, где, ну, никто не хочет смотреть, да, допустим, игровое видео, но интересно послушать. Но в основном такие люди сворачивают и чуть занимаются своими делами и слушают. Как бы от этого я не против послушать, как бы то же самое почти что и посмотреть. Но если записывать на вебку, то вот этим людям, которым, может быть, неинтересно уже рестлинг смотреть, вот этот самый, или там какой-то бой неинтересный, или еще что-то, то послушать мнение, чисто глядя на меня как раз, мои эмоции, может быть, или еще что-то. Ух, я думаю, многим было бы интересно, как меня бомбит на вебку после Рестлмании, когда Гробовщик проиграл, да, прям первое же видео, которое, да, я снял, прям по горячим следам. Вот, ух, было бы жарко, я, может быть, вебку бы выбросил. Ну, нет, шучу, конечно, не выбросил, но слюнями бы заплескал. Ладно, шучу. Вот. Можно, конечно, это замутить, но есть один недочет. Я практически уже не смотрю рестлинг. Не, ну как бы новости читаю, но
Ну, хотя я и раньше не смотрел, ну, как пошло поначалу, я перестал смотреть NXT, потому что стало времени меньше, там как раз был 11 класс. Это когда еще давно было, там Даррен и Янги всякие на NXT и прочее. Вот, потом, так, у нас тут Ортон РКО провел, удержит ли Рока, раз, два, три, до свидания, Рок. Потом, где-то году в 12-м, еще одно РКО, Симпанку теперь, удержит ли Ортон Панка. Так, ладно, нет, не хочет. Году в 12-м я перестал, начинал переставать смотреть Смакдаун, потому что... Нет, в 12-м еще был Эдж, смотрел. А, в 13-м перестал потихонечку, потому что времени стало еще меньше. Там был Инст и что-то такое. И как-то Смакдаун уже был не кайф. Я не помню после чего, но когда вот ушел Эдж, потом... Короче, после той мании, примерно. Потом Ро. Ро я смотрел-смотрел, потому что мне было интересно. Потом немножечко уже подзабил, потому что опять-таки не было времени. И в итоге получилось так, что я стал смотреть только одни ППВ. Ну, Ро смотрел, когда там что-то крутое происходило. Хоть и спойлерили, но я все равно скачивал и смотрел. Ой, сломался стол, а так зависло все, ну, как обычно. Вот. И в итоге после Расселмани я перестал смотреть ППВ. Ну, я не знаю еще, перестал или не перестал. Завтра, ой, не завтра, 4 числа будет. Черт, он мутит. А как он? Смотрите, он в другую сторону смотрит. Куда он сейчас О, развернулся. Но! Панк сервисировал, красавчик. Проводи панк GTS. Если бы сейчас панк провел GTS и выиграл, это был бы боссом. Ну-ка, может еще проведет. Ага. Дроп кики свои сраные ортон впихивает. Вот, и короче, не знаю. Extreme Rules, может быть, посмотрю, может быть, не посмотрю. Если посмотрю, то мнение запишу, может быть, на вебку. Если не посмотрю, ну не запишу. Все логично. Вот. Такие дела. Ну, в основном я могу связать... Опа, Anaconda Vice. Я могу связать вот эти вот редкие выпуски видео, не такое большое количество всего записанного. Отлично, Панк побеждает, Ортон сдается. Кто Панком там у нас сыграл? Панфилов Александр играл Панком. Правильно, наказал Лю, так ему и надо. Нехрен меня было удерживать. Вот. Забыл. Дурак. Короче, первый матч онлайновый сыграли вот так. Я думаю, вполне нормально, но я немного рано ушел. Мне это не очень понравилось для самого себя. Может быть, последующий еще запишу прям с чуваками в конфе. Я не знаю, просто народ делится 50 на 50. Кому-то нравится, когда я играю с другими чуваками. Ну, нормально, конечно, победил, что бы не нормально. Вот, с другими чуваками в конфе, да, слушать их. А кому-то не нравится. Вот, поэтому я не знаю. Ну, первый записал так, второй, может быть, сейчас в конфу с Ильей, с Никитой, там, может, кто еще подтянется. Ну, первый бой получился такой, с мыслью насчет видеоблогерства. Так, ну, в смысле, блин, мнение о на вебку, да? Я как бы вроде договорил, то есть если посмотрю Extreme Rules, может быть, что-нибудь сделаю. Я еще не знаю пробу, через которую можно записать нормально, чтобы... На вебку, короче, ну, знаю прогу, но что-то там не очень мне нравится. Вот, и еще есть про что поговорить, про игру, да, которую посоветовали. Ну, ладно, попозже. Сейчас, может быть, в конфу с чуваками соединюсь. Здорово всем, с вами Максон. Хотя нет, почему здорово? Ну я же типа продолжаю, да? Ну, я решил не в скайпе записывать. Да, вы видите Чака Норриса. Короче, я решил наказать Илью Кофмана. Ну, не стали в скайпе записывать так в одиночку. И поставил гандикап матч 3 на 1. Вот, мы повыбирали все своих созданных. А он выбрал... Ну, он последний заходил, я специально его пригласил последним. И он выбрал Чака Норриса. Ну, окей, попробуем. Сейчас мы его... Ему навалять. Хотя, почему попробуем? Просто сейчас наваляем ему. По самые гланды, по самые щи. Ибо нехрен удерживать первым Кейна. Накажем его. Кстати, арена вот это уже от Макса Юсева. Я думаю, будем ее использовать как главную. Смотрите, классная арена. Мне нравится.
Так, да, у нас, кстати, Никита Колбов также со мной в тиме, Александр Девяткин, которого вот он выходит, и я. Так, я не договорил пару мыслей там, да, проиграем. Я команд, как она там называется, сейчас скажу. Я скачал игру, но еще что-то не установил. Называется она, кто-то мне посоветовал в комментах в тот раз. Где она? Я ее не вижу. Ну, в общем, типа, ага, Condemned Criminal Origins, ну что это такое, Condemned. В общем, я попробую ее, может быть, пройти, не знаю, там настроим. Так, у нас тут выходит Макси. Пока я особо ничего себе не менял. Вот, ну запишу эту игру, там посмотрим, как пойдет. Много мне еще рекомендовали, Daylight там. Ну, Outlast, я же вас спросил. Я же вам объяснял, что Outlast я смотрел прохождение, поэтому в нее я играть не буду. Зачем вы писали, что окружаю его, пацаны, чтобы я в нее поиграл. Лол, он что, будет бегать? Фу, это даже не Чак Норрис. О, красава. Бей ему лицо, бей, бей, бей. О-о-о-о. Привет, Чак. Гасите Чака. Вот. Короче, насчет. А я. Ну че, наигрался? Лол, вот это подстава. Короче, я не поставил специально дисквалификацию. Я знал, что когда два чувака вот так вот. Ну, типа, когда идет пин, ну, точнее, не пин, но когда они вот так вот друг друга держат, если ударить лестницей, а я, по-моему, по своему вообще попал. Короче, все было рассчитано. Я попытался его развести на то, чтобы он меня ударил предметом, и он это сделал. Эпичнейшая победа Ильи Коффмана, позорнейшее поражение, в том числе и Чака Норриса подставил. В общем, такой был бой. Я думаю, сейчас сыграем нормальный. Я создам нормальный бой, и там уже все поговорю, расскажу про созданных ваших персов и прочее. Прочее, прочее. Так, в общем, мы продолжаем гамать. Третий бой вроде как TLC Fatal 4-way. Джек Свагер первый выходит у нас. Так, и вот так вот. We the people. Джеком Свагером буду играть я. Да, американский американец. Короче, Джек Свагер. Так. В предыдущем бое все получилось идеально. Наказали Илью. Ему понравилось. В кавычках. Ну ладно. В общем, вторым выходит у нас Антонио Сезаро, и я не посмотрел, кто кем играет. Поэтому не могу сказать. Блин, ну да. И на селект не посмотреть, по-моему. Здесь будет. Ну, в общем, в конце боя посмотрим, кто кем играл. Мне кажется, это Никита Колобов. Ну, в общем, все те же, кто был в предыдущем бою. То есть Илья Коффман, я, Никита Колобов и Александр Девяткин. Вот. Ну давай, пропускай, камон. Это, по-моему, Никита, потому что он что-то там куда-то смотрит или не знаю, что-то смотрит. АФКшит, короче, иногда. Даже в предыдущем бою он не сразу начал драться. Наконец. Кто выходит третий? Если Дин. Да, Дин Эмбрус, по-моему, это им играет Илья. И там останется один еще участник. Ну, точно, по-моему, Илья пикал. Ой, пикал, ну, брал Дина Эмбруза. Вот я запомнил. Ну, давайте, ну чё вы смотрите? А я не могу пропускать. А нет, могу. Я не знаю, это я пропустил или нет. Но я как бы тоже нажал старт. И последний, Уэйд Бэрретт. Значит, им играет Александр Девяткин. Возможно. Либо они с Никитой наоборот.
таких понабрали крутых, средненьких, в плане мидкарда, я имею в виду, чуваков. Да что? Нет, я не могу пропускать. Чужие они все не пропускают. Наконец-то. Так, надеюсь, будет сейчас весело. Матч с лестницей, конечно, ну, TLC, как бы тут и стало и лестницей, и стульчики. И дисквалификация выключена, само собой, понятное дело. Вот, я пошел сразу сидеть на углу. Высоко сижу, далеко гляжу. Куда ты идешь? Мы как бы с Антонио Сезаро должны кооперативиться. Russian Leg Sweep на Дин Эмброузи. И там, смотрю, Сезаро все очень даже неплохо идет. А вот мне что-то по щечке-то ударили. Ой-ой-ой, а вот и Берет начал действовать. Ну, видим, что наши соперники... Ну, хотя почему наши? Для меня и Сезаро соперник. И это и так просто... немножечко обращаюсь к реальности. О, сейчас кто-то будет кружиться. Снег кружится, летает. Эй, ты что делаешь? Я хотел Эмброуза выбросить. Ну все, короче, хана тебе. Прыгнул восхитительно Дин Эмброуз. А я на ринге We the People. Интересно, а есть такой же таунт? Сезару, не, ты чё тут там, чё, дружок, я не понял. А, ок, ок, по щёчке мне тоже, по щёчке, окей. Так вот, я же хотел поговорить насчет скачанных. Я всех скачал, все поговорил. Ну, кого писали, ну, кто, я вообще на стриме скачивал. Кто смотрел, тот смотрел. Кто не смотрел, скажу, что все скачаны. Но, блин, просил народ не писать мне. О, блин, чёрт. Просил мне народ не писать по 100 раз, типа, скачал ли ты моего перса или нет. Ну, блин, если я сказал вам, что скачаю, значит скачаю. Нахрена мне было писать. Вот. Ну, не скачал там только Дэнни. Или, ну, да, Дэнни. Оп. Оп. Почему он не разбил с собой стол? Если бы я так полетел, я бы сломал сам с собой стол. Селфи. Типа такое, селфи разбитие стола. Вот. Не скачался только Дэнни, там Данила Ширенкова, его не было. Я ему сказал, но он сказал, типа, зальет, ну, блин, ну я вроде как сказал до среды всем выложить, но там просто Ро еще у нас. То есть, если бы, ладно, следующим был Супермен Илья, играющий длинным образом у нас тут появился. Так вот, если... Блин, забыл. Что же я такой дебил? Так, сейчас, сейчас. А во, если бы у нас был Ро, ну не Ро, а ОВЕ следующим бренд в Юниверсе, тогда я бы уже все, я бы запретил всем выкладывать, а так можно. Мне там кто-то спрашивал, можно ли да залить еще. Можно, но я думаю, что пока я запишу этот видос, уже будет нельзя. Точнее, ну, когда я запишу юниорский Ро, уже будет потом нельзя. Сказал до среды, значит до среды. В следующий раз не тупите. Ну, если честно сказать, вот инфу, если для тех, кому может быть... Ой-ой-ой, сейчас что-нибудь крутое, давай. Ах, блин. Инфу дам для тех, кому, у кого, чьего рестлера нету, там, ну, у кого нет консоли, но чисто смотрит Universe и нравится бренд ОВЕ, то скажу, что народу поприбавилось, стало больше. Правда, у нас еще и до этого не все были задействованы. Ну, то есть, понимаете, да, Ильи вообще не было. О, два стола, ни хрена себе. Вот, Ильи у нас вообще не было, хотя у него даже титул. О, нифига, что это за штука такая у Эмброза? Я не знал. Вот, и не все появлялись. Я предложил такую идею на стриме, что сделайте... ну, точнее, кого засунуть в команду. Согласились только два чувака, причем добровольно. Сами сказали, давайте, я буду в команде. Написал еще Герыч у нас, мне, что я готов стимиться с кем-нибудь. Но на стриме, я не знаю, кто смотрел, кто не смотрел... Не все написали, что хотят в команду. Вообще мне никто не писал. Ну, я говорю, что все такие, типа, да, один я буду выступать, я такой крутой-крутой, а если буду в команде, то я не буду крутой, да? Но мне кажется, если вы останетесь один, да, ну, вы, допустим, редко были в Юниверсе, то это, наверное, неправильно, потому что если вы будете в команде, вы наверняка будете практически на каждом шоу. Ибо командных титул, команд у нас вообще практически нет. У нас есть одна, которая вот там два
пацана и заявили желание быть в тиме, вот я их засунул. Еще желает Герыч. Вот если кто хочет быть в команде, то давайте, 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 потому что будут у нас постоянно командные, я думаю, бои, потому что один на один вот это уже все бесит. И если есть тимы, то 2 на 2 будет не рандомно ставиться, а с какими-то командами. Поэтому я думаю, у вас будет больше шансов. Сейчас отличненько сработано. Будет больше шансов попасть. О, ладно, он лежал на лестницах. Попасть в карт ОВЕшного бренда. Ну, мое мнение. Поэтому, если кто хочет в команду, давайте пишите, потому что я как бы уже должен записывать, но еще скачать надо парочку чуваков и записать ро, а после этого уже все. Уже пора будет все это дело записывать. Сейчас, я думаю, будет больно очень Дину Эмбрузу, если мы полетим прям туда, куда надо. Нет, не туда немного. Улетели мы. Отпусти его. Слышишь? О, привет, Вейд Берет. Что если я тебе сделаю такую штучку? Нормально. Так, возьмем стульчик и будем действовать. Засунем башку Вейда Беррета в стул. И мягенько нажмем. А, вот даже вот так. А что за... Блин, я почему перевелся-то? Вот так вот. Ну, типа я ударил, окей. Эй-ей-ей-ей-ей, нам проводят отличнейший прием. На стульчик прям своим таблом я въехал. Но мне не очень приятно. Ах да, здесь же нету пинов, точно, точно. Тут же нужно лезть наверх за чемоданом. Эй, не бей, не бей. С реверсерить не получилось, и теперь я такой, ааа, мадафака, нет, боль, боль. Пейн, пейн. Вот, а почему за колено сейчас держался? Ему же ударили по голени. Ну-ка, дыщ. Пошел за вторым. Ой, не-не-не-не-не-не. Полегче, бро. Твори добро. Среверсировал. Блин, у меня бы башка расплющилась. Ты гонишь, что ли? Крейзи какой-то, мэн. Реально, Дин Эмбрус, сумасшедший перец. Ну и кто на нем играет? Илья Кофман. Кто бы сомневался. Еще один сумасшедший перец. Ух, сколько Илья сегодня наслушался про себя. Побежали. Что за хрень? Ты че, на кого рыпаешься? Ага. Размечтался одноглазый. Не получилось что-то. Что-то пошло не так. Помогите, помогите. Ай-яй. Блин. Положил стул на меня еще. А вот так вот. Ха? Не ожидал? Сюда иди, щенок. Ладно, пойду я за стульчиком. О, у меня есть сигнатура. Ты... Да почему? Блин, я же бил. Бил, бил и не добил. Давай, прыгай, прыгай, окей. Красава, красава. Мне понравился твой дропкик. Тихо. Wait. Ай-яй. Яйкс. Как говорят, яйкс. Ну, типа, яички. Ну, ладно, шучу. Какой-то бред я несу. Ну, бывает. Это что-то давно не записывал. Яйкс, это так говорят. Ауч. Или что-то вроде этого. Америкос. Ну, по крайней мере, в фильмах раньше так было. Не знаю, как сейчас. Не слышал давно такого. Такой фразочки. Ну, в основном такие комедийные, это такие персонажи. Насчет игры, я не помню, сказал я вам или нет, которую скачали, которую мне посоветовали. О, бум, ну, ни хрена не разбился стол, дерьмо какое-то. Я ее вам назвал, но... Отберите у него кто-нибудь чертовы ступеньки. Я не знаю, как мне ее записывать, с вебкой или не с вебкой. Вот кто знает, может быть, проги, которые идеально записываются, ну, то есть не мешая друг другу с вебкой, то напишите, потому что я записывал через Action, там я заметил такую штуку, что когда уже монтируешь видео, ну, в Sony Vegas, то... Нет, как бы, может быть, и хорошая прога, может быть, я не теми кодеками монтирую, рендерю, точнее. Но, в общем, когда после рендеринга смотришь, там... как бы отдельно сверху окошечко с вебки и само видео, да, и по звуку слышно, что отстает видео точнее, видео... Да, отстает, короче, картинка с вебки. Это очень заметно. Вот когда я записывал Guitar Hero, там, ладно, я практически ничего не говорю, поэтому там и слушать-то и нечего.
Вот, но, однако, я сам замечал. О, хотел бы Эрет, походу, сделать что-то свое, но получил финишера Дина Эмброуза. Вот. Если, знаете, какие-нибудь проги идеальные, где потом ничего не тормозит, или, может быть, кто-то посоветует мне кодеки, там кто-то сам, может быть, записывал через экшен. Вот. Я просто немного не разобрался с этой всей херней. Да и я уже вам говорил, да, ух, хорошо. Помните, да, как долго лился видос, там целый день практически, дохерища часов на YouTube. Это как раз-таки был смакдаун, по-моему, юниверский. Это было не очень круто и не очень приятно мне ждать так долго. Но это все зависит от кодека. Ну, в принципе, само видео весило 6 гигов, тут нечего удивляться. Но я не знаю, что за хрень, но... О, привет. Но раньше такого не было. Даже если раньше и были 6-гиговые видео, они заливались буквально там за 3 часа, но никак не целый день заливаться. Целый день это, по-моему, какой-то уже немного бред. Вот. Поэтому я не знаю, что за беда была с Ютубом, может быть, еще чего. Так, я надеюсь, он не среверсировал, а он среверсировал. Говнюк стрелял на финишер. Вот. Последнее время такая-то херовина творилась с Ютубом. Очень долго стали видео загружаться. Ну и у меня с рендерингом что-то не то, потому что раньше все намного быстрее рендерилось. Я что-то такое, видимо, поменял или что-то сделал не то, что теперь все неправильно у меня, а там сейчас будут ломаться столы. Это awesome. Это цените такие моменты. Бум! Антонио Сезаро пробивает просто граду столов. Вейдом Берреттом. На, лови подачку. Добей его стулом. А я тут, пожалуй, лесенку себе поставлю. Но там вот кое-какой парень, которого зовут Дин Эмброуз. Куда это ты полез, друг? А ты чего вскипишился? А вот ты там вообще стой. На. Ну, я хотел кинуть на Вейда Берретта, понятное дело. Ну, в общем, я поставлю себе лесенку. Там просто инструмент с чемоданами. Чемодан с чемодан с инструментами, в общем. О, сейчас прыгну, сейчас... Ну, ладно, ну, бывает. Типа, хотел я восхитительно прыгнуть, проскользив по тельцам, которые... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, которые лежат внизу. Слушайте, а что, эту хрень пофиксили или что? А нет, сполз. Я думал, сделали лучше, и теперь реально вот этот вот... вот этот, как сказать, анимация, когда вас кидают на Steel Steps, ну, вы типа лежите и страдаете. Ну, такой нифига, типа, пофиксили. Ну, хотя как-то получше стало, но я не помню, что... ни хрена, так можно же хребет сломать. Стало лучше, в общем. Так, у меня есть финишер, я могу классно воспользоваться, но что-то не особо вижу возможности. Ну нафиг, нафиг вас. Сюда иди. О, а там внизу. О, вот это боль для Сезара, а? Классно, да? Лол, если бы он завис, это было бы вообще чумачечая бисна. Нам не до сна. Бывает, бывает, не обращайте внимания. Так, а что же я среверсить-то не могу, все. А вот теперь среверсировал, но Илья читер, поэтому реверс не считается против него. Это обычная процедура незасчитывания реверса, когда против вас играет Илья Коффман. Что-то мутит, он все-таки хочет мне разбить башку, как тыкву на Хэллоуин, но у него это получилось. Ай-яй-яй-яй-яй, бедный Джек Свагер. Еще и закатился аж сам под лестницу, потому что это не столько больно, как момент, когда вам прошибают башку железными ступеньками. Еще когда под вами лежит стул, такой бутерброд получается. Эй, еще один, что ли, друг? Что ты мутишь? Не надо так. Пожалуйста, вот, стульями и то помягче. О, подвинь меня. Я так беспалевно начал вставать, все хорошо. Так, кто-то опять доверил ему Steel Steps. Дурак, я выше. Ай-яй-яй. Страдаю. Выкатиться бы, а? Но у меня, походу, такой возможности больше нет. Сюда иди. Тебе трогала вообще эта лестница? Что ты с ней делаешь? Почему я нажимаю на крестик? А, ну нормально. На репу получил Дин Эмброуз. Еще лесенкой, лесенкой, на, хорошо, Сезар проводит свой финишер, я его хотел вот этого товарища скинуть вниз, но он это делает мне, и сейчас я походу полечу как птица, оу,
Опять эти злополучные стилстепс тут стоят. Давай, иди сюда. Тебе лицо бить буду. Тихо, тихо. Сейчас реверсирую. Смотри, смотри. Смотри, смотри. Вот я уже реверсирую. Ай, слишком быстро. Ладно, бывает. Бух. А, я ладошки поставил. Мне не больно. Я не на лицо упал. Багага, бугага. Ах, никто не хочет со мной играть. Иди сюда, Эмброуз. Сыкуешь? Я весь твой, видишь как? Иди обниму. Эй-эй-эй, скинь его, скинь, 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 скинь. Прям на стелстеп. Эй, ты чё, блин, слепошары, что ли? Какой сабмишн? Ты чё мутишь? Э, алё. Смотри, как надо. Не-не-не-не-не, не так. Я лезу, друган. Попридержи коней. А почему внизу не стоят какие-нибудь лестницы? Это было бы круто. А почему он не проводит? Что за... А, нет, я ему... Но если бы там вот стол был расправлен, то, я думаю, мы бы улетели на него. Но так как он просто валялся, то ничего эпичного особо не произошло. Так, тут есть еще одна лестница. Я, пожалуй, ее заброшу на ринг. Так, воткнем сюда. И вот так. Я люблю так втыкать лестницы, да. Но я что, для тебя, что ли, поставил? Эй, алло. Так. Не ожидал, что я так резко развернусь и сделаю тебе чопик? А? А теперь будем доставлять тебе боль. Вот так. Нравится, нравится? А у меня есть сигнатурка, которую я могу тебе сделать. Это будет у нас... Я сейчас воткнусь, походу. О, нет, все хорошо. Оклахома слэм. Нравится, нравится? Ну и все. А вот так вот. Вот так вот. Ты чё, дурак? Я не понял. Сюда иди. Лол, ударить не могу. Ну, короче, понятно все с этими ступеньками. Хорошо, что я хоть не стал поднимать его там, финишер тратить. Да блин. Тут своя атмосфера, внизу там своя атмосфера. Но не докрутил немного чувак до стола. Но я думаю, сейчас снимет чемодан. Если, да, ребятки внизу, хотя не отпрыгает. Я реверсирую. Молодец, что прыгнул. Спасибо, что живой. И сделаем тебе такой вот прием. Вот это был охренеть прием. Лучше бы я потратил его на... Иди отсюда. А лестницу не обязательно было двигать. Чтобы я потратил его на финишер вот здесь. Потому что если бы я сделал какой-нибудь суплекс там назад, да, то было бы чумачече. Потому что там лестница. Эй, что ты меня выбрасываешь? Совсем, что ли, дерзкий? На. Минус один вырубили. Он должен был сейчас воткнуться вообще. В лестницу. Так, финишер в очередной раз проводит. Ну, у него... Он нажимает, короче... Селект, у него появляется финишер. Это Илья Кофман, он такой. Блин, я стол ставлю, ты что ты делаешь? Вот и играй с такими потом. Которые тебе стол не дают поставить. Ну все, я, короче, могу не нажимать даже кнопки, потому что я тут, походу, надолго вырублен. Теперь уже. Он еще хочет сломать мой стол. Ты вообще, что ли, сумасшедший парень? Иди отсюда. Твое место у лестницы. Я, пожалуй... Вот я полезу, а ты как хочешь. Здорово. Ты что реверсируешь-то? Я же не разрешал тебя. Отпусти, отпусти меня. Это мне какого-то меня сейчас держал, где-то мне напомнило момент из опасной зоны, или как она там называлась, с Пореченковым на ТНТ. Там момент есть, когда хача одного такого маленького, такой гигантский чувак утаскивал. Мне вот это напомнило. Ну это, конечно, Пацанову понятно, это вообще актер. Да, почти все шоу Пацанову, так что все понятно. Апперкот проводит Антонио Сезаро, у меня есть финишер, пусть он лезет. Давай, 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 я неожиданно встану, да. Но он еще не может управиться с лестницей, не может ее поставить нормально. Я уже не помню, кто на ком играет. Так, у нас тут... Хотя почему-то хотел сказать Дженнифер Лопес. Почему мне хотелось это сказать?
На, получай, блин. Видели, какой мега прием я совершил? Дин Эмброзу. Этот парень... Жопой чую, что так будет делать. Угу. А вот еще раз я что-то сделал, но среверсировал Дин Эмброз. Заметьте. А, ну ладно, не буду говорить. Где стол, кстати? Я что-то прослоупочил этот момент, куда делся столик, который я заказывал. Ну, опять рано, как рано-то, блин? Охрана встает так рано. Опять есть по звездочке, у него опять до хрена финишеров. Беспалевный. Давай, вставай, Джек. You can do it. Чё ты пристал ко мне? Уйди, противный. А что ты делаешь? Ты видишь, Дин Эмброуз лезет. Да. Странный тип. Этот Уэйд Бэррет. На, упал. У, ручонки слабые, не может чемодан снять и удержать его. Так, у меня есть стол. Я думаю, его надо поставить там. Люблю, когда ломаются столы. Люблю, когда разводятся мосты. Я говорю вам, не обращайте на меня внимания. Я так, для массовки тут. Заброшу еще стол. Ну, я имею в виду комментарии. Чтобы вам скучно не было, просто я несу иногда какую-нибудь хрень. Давай, реверсируй, Вейт. Если бы Вейт реверсировал и провел суплекс на мой заготовленный стол, было бы круто. Правда, я пока его там готовил, уже полвека прошло. Нет, отберите у него. Дурняк, нахрена ты стол ломаешь? Ого, что умеет? Дин Эмброуз. Привет. Да что ты, ну... Только умеет предметами бить. Кашалот. Иди в задницу. Вали отсюда, это наша точка. Так что вот. О, Бэррет проводит. Бэррет, бараш. Так. Остается Антонио Сезаро. У нас тут... Да вот зачем он сломал стол? Ну блин, я походу не дотянусь, да? Ты чё ломаешь? Блин, мои постройки! Ты видишь, лезет мэн? Тихо. Алло, алло, алло. Нормально все. Ха-ха-ха. Я не успел поставить стол, но они бы на него, наверное, и не прилетели. Эй, зачем ты меня кладешь? Давай, давай. О, нормально. Я сходил вниз под ринг Кейну. Короче, в ад провалился. Но вернулся, вернулся. Меня отпустили оттуда пораньше. Сегодня. Такс, вот сюда я, пожалуй... О, лестницу мне поставили. Так, тебе. Вот так тебе. И тебе. Приятно, блин, а? Мне ни хрена. Я полез, пожалуй. Сделал грязное дельце. Ай, ладно, да. Давай, ну, ты лезешь, нет? Блин, ты зачем? Я бы снял... Все хорошо, все хорошо, все нормально. Да я даже падать не стану. Как стоял на ногах, так и буду. Это изи. Нормально все. Блин, я мог спокойно снять чемодан. Я думал, он полезет с той стороны. Проведу ему финишер, но не все так глупы, как кажется на первый взгляд, да? Реверсируем. Дина... Эмброуз вот сюда в уголок, чтобы никто не уволок, но у нас тоже заботится о нас, никто нас не уволочет, потому что дидичет. Ну да. Тихо. Ой-ой, нифига он его подкинул-то аж выше лестницы, по-моему. Так можно, прикиньте, так подкидывать на апперкот, а он такой на лестницу запрыгивает. О, вот это был боссом. Но, к сожалению, мечты, мечты. И все такое. Ну, до чемодана он, по идее, не должен дотягиваться. По идее. Если он дотянется, он читак. Лол, не дотягивается. Он так прыгал, как будто, не знаю, он отключен. Че, он среверсировал опять, что ли? Лол, это просто лол. Ну, хотя это не смешно. Это бред.
полный бред. Походу, он у всех так финиш растырил просто. И все. И не парится. Сейчас пройдет не финишер и снимет чемодан. Ну, это предсказуемо и просто... А, чуваки-то такие, не, просто так тебе никто не даст снять чемодан. Сезаро летит вниз. Уэйд Бэррет ходит по рингу. Я валяюсь на ринге. А Дин Эмброуз проводит свои бесконечные финишеры. Ну вставай, Джек. I believe you. Нахрен с пляжу, я тут ляжу. Бэррет проводит нам... как же он там? Короче, что-то ветра какие-то. Циклон. Abyssal Slam. Пусть будет так. Перевернулся такой, типа, Сезаро. Типа, ох, да, я же должен на другой стороне лежать. Вот я сейчас сниму, потому что, ну, их в задницу. Они играют нечестно. Со мной дружить не хотят. Я просто сниму этот чертов чемодан. О, друг... Стоп. Друган лезет. Куда ты лезешь, друган? Вот теперь можно... Эй, ну сними. Джек, у тебя руки сильные. Фак. Ну я, согласитесь, смог и сейчас уже снять спокойненько чемодан. 2-0 в мою пользу. О, Эмброуз, как обычно, берет лестницу и пытается вырубить сначала ею всех, а потом снять чемодан. И провести свои бесконечные финишеры. Возможно, за лестницу дают, я не знаю. Это был мой способ вырубить чувака. Но, блин, слишком поздно. То рано, то поздно, не пойми этот... эту хрень. Видите, он даже не лезет с другой стороны, потому что очкует, что ему проведут финишер. Он просто сзади подходит и скидывает. Отстой. Ну все. А нет, не все. Ой, это сейчас тоже. Куда ты слез-то? Ну. Ну ёпты. Если Бэррет сейчас будет бить меня, а не Вейда, тогда это как просто... это сговоренность будет какая-то. Так. Минус лестница? Нет, не лестница. Не минус. Ну, я полез, короче. Что ж ты делаешь, Уэйд? Не надо. А я уже здесь, сзади, вот. Дыщ. Куда ты встаешь? А почему? Ну как? Что, не ударяется? Кто-нибудь снимет тоже этот чемодан? С инструментами. Инструмент с чемоданами. Лол. Да, давайте все поиздеваемся над Джеком Свеггером. А потом вместе втроем снимем чемодан, чтобы ничья была. Нет, чтобы было поражение Джека Свеггера, а для остальных это будет победа. И будет новая группировка трех чуваков. Иди в задницу со своей лестницей. На, лови стольчик. Стольчик. Ман Свагер крикнул мне какой-то мужик, ну, стоит залезть, и тут же получаешь люлей. Что же это проводит финишер? О боже, это же был Дин Эмброуз. Как это странно и непредсказуемо. Тукита Кукарачи танцует там Антонио Сезаро. Я опять смотрю на звезды. О, я проснулся. И сразу же во владениях вот этого бородатого пацана. Казываюсь. А кто-то ударил опять лестницей. О боже, кто-то это может быть. Это же Дин Эмброуз. Как непредсказуемо. Я опять смотрю на звезды. В глубоком небе, голубом. Подберите у него еще один. Сложно, наверное. Такими методами бить людей. Я даже... я вот замахивался, а по барабану. Скидыш. А чё, я финиш растырил, походу? Ну, можно провести. Только вот сюда, пожалуй.
Что тебе надо от меня, Сезару? Так, чья-то нога клюнула ринг. Вот так, сигнатурка появляется. Сейчас я просто вот так вот сделаю. This is Sparta. Так, у нас есть сигнатурка. Я бы ее с удовольствием... провел. Задолбал. Ну ёп. Ну как так-то? Почему я, блин, направился на чертову лестницу? Чё, не нравится, когда реверсирует, а? Подожди меня, подожди, не снимай. Ой, да ты, походу, не дотягиваешься, друг. А кто-то не дотягивается. О, боже. Кто-то реверсировать умеет. Оп, нагнулся. Но, блин, получаем неглбрейкер от Вейдеберта. Это закончится матч или нет? Или он меня заставит так же беситься, как от того в СВРочке 11, где был Биг Шоу, там и прочая компания, 50-минутный мини-бой. Хотя здесь должна лестница быстро сниматься. Ой, чемодан должен быстро сниматься, но вот тут внизу у нас кипиш неплохой происходит, поэтому некая интрига сохраняется. Но сейчас кое-кто просто все нарушит. Почему? Короче, понятно. Они с Вейдом договорились. И ни с тем я больше играть не собираюсь. Короче, такой вот получился позитивный, делаю я двумя пальцами, которыми показывают пис сгибание. Позитивный вечер в кавычках. Ну, короче, всем пока. В задницу.